Италия и Мальта призывают Евросоюз вмешаться в ситуацию с нелегальными мигрантами, которые в попытке пересечь Средиземное море часто не достигают суши. Власти этих стран заявляют, что не могут самостоятельно справиться с наплывом беженцев и контролировать обширные морские пространства в попытках спасти терпящих бедствий нелегалов. Число жертв последней катастрофы, произошедшей в пятницу в водах контролируемых Мальтой, превышает 30 человек. По словам премьер-министра Мальты, Средиземное море превращается в огромное кладбище. Власти итальянской Лампедузы, главной цели большинства мигрантов, бьют тревогу, так как им буквально негде хоронить сотни тел, извлеченных из воды. На это не хватает и денег. Число жертв крупного кораблекрушения 3 октября превышает 350 человек. Ни на Лампедузе, ни на Мальте не хватает места и для выживших. С начала года два острова приняли 30 тысяч беженцев. Итальянские власти заявили, что направят в район Лампедузы дополнительные силы, военные корабли и самолеты, чтобы найти способ справиться с ситуацией. Однако эта операция, несомненно, будет весьма дорогостоящей. Рим и Валетта требуют срочно внести изменения в европейское миграционное законодательство, либо ужесточить правила, либо наоборот упростить их.